Пересмотреть тарифы на услуги ЖКХ, а где-то и, возможно, их заморозить, предложил сегодня премьер-министр Эльдар Халиков на итоговой сессии в Набережных Челнах. По словам главы правительства, решение в скором времени будет принято и на федеральном уровне. Мэра города попросили собрать все предложения с общественности, предоставить их. Далее будет оформлено республиканское предложение, и его направят в Москву. Среди важных событий года прошедшего отметили открытие в Автограде IT-парка и выпуск 2-миллионного КАМАЗа. От имени президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Миниханова, от имени нашего парламента, от имени правительства, поблагодарить всех челнинцев за этот труд по итогам 2012 года. Потому что именно вашими руками, руками ваших коллективов достигаются эти цифры, достигается возможность создания более комфортных условий для жизни.